улица Пушкинская, дом номер 5. Самый, что ни на есть, исторический центр Одессы. Да. Развесить флажки — это, конечно, одно. И продекларировать путь в Европу. А вот сколько нам на этом пути еще придется хлебнуть всякого разного. И сможем ли мы когда-то хоть в дальней перспективе соответствовать? Вот в этом большой вопрос. Ладно жить, классно, все четко. Какие убирать? Чтобы всем было видно, что это не монтаж, дадим вот таким вот ракурсом. Спасибо.